Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим безумно вкусное блюдо — рулетики из баклажана. Баклажан один крупный, морковь крупная или две средние, помидор, сыр твердого сорта, 2 зубочка чеснока, яйцо, соль, панировочные сухари, растительное масло. Баклажаны нарезаем вдоль на пластины толщиной 3 мм. Баклажаны немного посолим с обеих сторон. Переложим баклажаны на бумажное полотенце на 15 минут. Так уйдет горечь и лишний сок. Прошло 15 минут. Сверху промокнем баклажаны бумажным полотенцем. Уберем лишний сок. В сковородку наливаем растительное масло, разогреваем. Сковородка с растительным маслом разогрелась. Обжариваем баклажаны по 2 минуты с каждой стороны. Жарим на огне выше среднего. Обжаренные баклажаны перекладываем на бумажное полотенце. Пока у нас баклажаны остывают, подготовим начинку. Сыр натираем на крупную терку. Морковь натираем на крупную терку. Помидор нарезаем мелко кубиками. Отправляем к сыру 1 столовую ложку панировочных сухарей с горкой. Нарезанные помидоры. Морковь. Солим по вкусу. Все перемешиваем. Взбиваем вилочкой 1 яйцо. Пропускаем через чеснокодавку чеснок. Форму я уже подготовила, застелила пекарской бумагой и смазала растительным маслом. На край баклажана выкладываем начинку, 1 столовую ложку, и скручиваем рулетик. Отправляем рулетики в духовку, разогретую до 220 градусов, на средний уровень. Прошло 10 минут, достаем рулетики, присыпаем сверху натертым сыром и отправляем в духовку до расплавления сыра. Рулетики находились в духовке 15 минут. Вот такие великолепные у нас получились рулетики из баклажана. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень благодарна. Всем пока-пока!